Университетские библиотеки во все времена являлись местом, куда спешили и студенчество, и преподавательский состав вуза после занятий. Кто с целью подготовиться к очередному практическому занятию, а кто с целью ознакомления с книжными новинками и периодическими изданиями. И если сегодня традиционные формы обслуживания читателей в университетских библиотеках трансформируются и переносятся в интернет, это не значит, что их необходимость в вузах менее значима. Утратив свой монопольный статус, библиотеки прорабатывают варианты современной работы, чтобы выжить в конкурентной информационной среде. Библиотека и читальный зал Юго-Осетинского государственного университета отвечают требованиям времени, оснащены всем необходимым, как инвентарем, так и техникой. Большая часть книжного фонда переведена в электронный формат. Наполнение библиотечного фонда происходит постоянно. В библиотеке университета имеются книги, которые у нас находятся в единичных экземплярах. И поэтому мы их держим в читальном зале. В читальном зале студенты имеют возможность заниматься, пользоваться литературой, как бумажными носителями, так и электронной библиотекой. Все необходимые книги, редкие книги мы сканируем, и они у нас находятся в электронной библиотеке, так что постоянно пополняется наш книжный фонд различными учебниками, периодической литературой, периодикой. Например, сегодня мы получили подарок большой – журналы «Дарьял», которыми всегда пользуются и преподаватели, и студенты. Приятной неожиданностью стали переданные по инициативе главного редактора Северо-Осетинского ежеквартального литературного журнала «Дарьял» журналиста и публициста Алана Цхурбаева через руководство Комитета информации и печати Южной Осетии Университетской библиотеки всех номеров издания за прошедший 2020 год. Большое спасибо хочу я выразить редколлегии, редакционному совету этого журнала и лично Марии Кутаевой за такой хороший подарок.